Всем доброе утро, друзья. Значит, начинается очередной рабочий день у нас. Погода такая себе, прямо скажем. Срывается дождь, такое ветер, холодно, холодно резко стало. Сейчас задача у меня следующая. Поднимаю кабину. Сейчас посмотрю, там лишнее все поубираю. Покажу вам новые фильтра все. Фильтр салона, топливный фильтр, масляный фильтр. Короче, все это буду менять. И замена масла. Вчера я поставил поддон, зажал, все позатянул. Прокладку поменяли. Поэтому завершаю с тягачом основное. Надо заменить все фильтра и заменить масло. Убираем все, что может попасть в стекло, и поднимаем. Ну что, друзья, вот такое вот масло буду заливать. Такое же масло залили вчера и в DAF 105. Вот. Так что сейчас поднимаю кабину, заливаю масло. Ну что, друзья мои, поднял кабину. Вот придумали подъем кабины вот сюда поставить. И так неудобно поднимать. Вот те, кто на ТГХ работает, ездит, меня поймет. На ТГАшке была та же самая ерунда. На Командоре стояла за кабиной. На 105-м ДАФе стоит по-нормальному за кабиной подъем. Здесь, блин, корячишься. Не присесть, не привстать. В общем, ладно, демагогию разводить не буду. Сейчас начинаю замену фильтров. Значит, воздушный поменен. Новый. Сейчас перейдем к масляному, топливному. И так далее. Занимаюсь, ребята. Так, ребята. Залазим, как говорится, поближе. Пока я кручу гайки, ребята, у вас как раз есть время подписаться на канал, поставить лайк данному видео, не забыть включить уведомления о новых видеороликах, чтобы их не пропускать, так как они у нас, как вы видите, очень интересные и увлекательные. И, конечно, не забывайте оставлять комментарии под видеороликом. Это также помогает развивать наш канал. Одна из техник безопасности для новичков, сейчас скажу, не ходите под откинутой кабиной, потому как все бывает. Так, кольцо. Кольцо есть. Идем. Есть контакт. Достаем новый кольцо. А этот обратно.
одеваем новое кольцо уплотнительное. Смотрим, чтобы оно везде было на своем месте. Все было плотно. И вставляем на свое место фильтр. Все, он защелкнулся. И ставим. Перчатки снял, в перчатках неудобно, во-первых, а во-вторых, можно грязь какую-то туда подкинуть, поэтому такая вот работа у Фидота. Так, итак, друзья, произвожу замену топливного фильтра. Нету головки на 36. Вот. Приходится вот таким методом откручивать. Локона. Так, открутил. Так, ребята, топливный фильтр открутил. Головка на 36 осталась, блин, в кабине. Не вытянул я ее перед подъемом. Теперь приходится вот так вот возиться. Так, друзья, достаем топливный фильтр. Опа. Достаем топливный фильтр. Тоже его сразу надо в коробку. Или хотя бы хочется соляркой вымазать. Ничего тут вокруг. Да, тебе тряпчину может пригодиться. Ну, вот такая, видите, солярку чи что-нибудь. Угу. Вот такой вот топливный фильтр, ребята. Так. А это новенький, свеженький. Кольцо. Старый сюда. Так, ребята. Кольцо уплотнительное у нас стоит, все нормально. Ставим фильтр, вставляем фильтр.
Оп. Встала на свое место. И ставим его на свое законное место. Затянут, конечно, он был вообще капитально, но я так бешено его затягивать не буду, потому как в этом нету смысла прям так сильно его тянуть. Здесь усилия еще меньше, чем на масляном фильтре должно быть. Уже он дошел до своего упора. Все. Больше упираться не надо. Сейчас мы его протрем. И все. Это у нас ручная подкачка. Сразу прокачаем. Так, ребята, вот он у нас находится, сепаратор. И сверху здесь откручиваем. Достаем. И вот он, наш фильтр. Сейчас мы его будем менять. Извините за ветер, ребята, погодные условия такие. Так, друзья, откручиваем. Верх сепаратора. Для замены фильтра. Фильтр вот он у нас. Квадратненький такой. Чемоданчик, так называемый, с ручками. Сейчас открутим. Поменяем. И будет у нас порядок. Вот так вот все это выглядит, друзья. Достаем аккуратненько, аккуратнейшим образом эту вот шутку. Достаем фильтр сепаратора. И ставим вместо его новый. Вот так. Все. Фильтр сепаратора у нас новый. Ставим обратно пружинки. Ставим обратно пружинки. И все. Ставим крышку и сейчас будем затягивать. Дав приехал на мойку. Так, ставим и равномерно будем затягивать. Все, равномерно нажали. Теперь начинаем затяжку. Тоже желательно равномерно, ребята. Так, ребят, в общем, все фильтра поменены. Так, ага. Фильтра все поменены, масло я залил. Сейчас оно там немного стекает. Стекает. Ветер, ветер сильный. В общем,
Масло я заливал через фильтр, так как через горловину тут только можно заливать еще, либо через фильтр. На клапанной крышке заливной горловины нету, поэтому приходится вот так вот типа проявлять смекалку. Короче, там горловина явно меньше, заливал через фильтр, сейчас немного пускай сбежит масло, но уже показывает минимальный уровень. Сейчас немного подожду и смочил фильтр маслом заодно, кстати, уже закрутил его на место, и если не будет вдруг хватать немного, то долью уже через такую горловину. Ну, тут масло осталось вот так примерно, вот так где-то осталось. Посмотрим. В зависимости от поддона на таких машинах обычно, ну, опять-таки, это для новичков информация, да, на таких машинах обычно 33-35 литров, то есть где-то в таких пределах, может быть 38, все зависит от конкретного мотора, зависит и от поддона. Значит, сейчас меряю уровень масла, потом опускаю кабину, завожу, проверяю, чтобы нигде ничего не текло, самое главное поддон, и после этого буду загонять его на мойку, буду вымывать как снаружи, так и внутри. Изначально помою мотор, все вот это, раму, все вот эти вот, кабину снизу помою, в общем, буду приводить его в порядок. По тягачу мне останется всего лишь отрегулировать седло, там надо будет выкрутить болт регулировочный, так как у меня рывки на этих самых, ну, при троганье с места немного палец полуприцепа играет в седле, поэтому его надо регулировать. Так что такие вот дела, ребята. Занимаюсь дальше. Так, ребята, сейчас проверим уровень масла. Так, раз, два, три, четыре, пять. Достаем и смотрим. Минимум. Ничего. От минимума до максимума, до середины, где-то около пары литров должно быть. Пару литров долью, и все. Есть такие моторы, которые нальешь максимум, они съедают все равно до середины и держат так. В общем, опускаю кабину и доливаю пару литров еще масла. Так, друзья, пару литров долил. После подъема кабины, конечно, шмон у меня конкретный. Так, показывает середину уровня, долил, все нормально. Не, показывает этот самый, середину показывал. Ну, заводи. Ты солярку закачивал? Да. Где давление? Сейчас проверим. Давление 6 бар показывает, температура масла 15 градусов. Первый пуск после замены масла.
все, ребята, прогреваю, пускай качает воздух. Сейчас соберу весь инструмент. Вроде бы ничего не бежит, но пускай поработает, посмотрю еще. Залезу под низ, покажу вам. А пока собираю и готовлю его к мойке. Еще по тягачу надо сделать будет седло. И по тягачу, в принципе, все. Так, может, косметика какая-то легкая. Так, косметика легкая, докрасить вот это вот все. То, что немножко подоржавело. Ну что, друзья, инструмент собран. По сути, я готов ехать на мойку, мыть его. Ага. Только руки вымыл. Ладно. Сейчас проверю, течет ли масло. Что, ребят, как говорится, на ваших глазах полез, проверил, не бежит ли масло. Здесь тоже все сухо, значит, нормально затянул, не перетянул. Все в норме. Можно ехать мыть. Друзья, пока заменил масло фильтра, короче, пока все проверил, уже время обедать. Сейчас пойдем на вкусный обед, но поставлю сейчас ман, подгоню, чтобы помыть. И пошел помыл руки, просто не могу я с грязными руками за руль садиться. Сейчас сброшу рабочку. Как в рабочке, в салон я тоже не залажу. Такое у меня правило. Так, сейчас пока обедать туда-сюда, положу сюда рабочку, а когда буду мыть тягач, помою его, наведу тут порядок в кабине. Пропылесосить надо, влажную уборку сделать. Так. Ман прогрелся. И видите, только ремень безопасности и ручник светятся из ошибок. Давление, я думаю, вам видно. Четверочка, 3,9 четверочка на холостых. Вообще замечательно. 43 температура масла. Так, ну что, друзья, пообедали мы, хорошо пообедали, плотненько. Так, сейчас поднимаю кабину и буду, собственно, мыть сначала двигатель, а потом уже буду обмывать его снизу кабину, буду обмывать с химией хорошо, а потом уже буду мыть внешне его. Yeah.
Ну что, ребят, ман чистый, и так белый, а так так совсем белый, как помыл. Вымыл и раму, и двигатель вымыл, все вымыл. Таким чистым он, наверное, давно уже не был. И, ребята, погода такая же, остается ветер, все такое, когда мыл, вот. И это крыло начало, короче, болтаться. В общем, буду сейчас заниматься крылом. Наверное, сначала займусь крылом, потом сделаю седло, и потом, в принципе, можно будет переходить к прицепу. Вот. Есть идеи, как усилить, сделать крепление, чтобы оно шло отсюда, вот так, и сюда под крыло. Чтобы был упор и не давало разбалтываться крылу. Сейчас башмак перекручу куда-нибудь в другое место. Сделаю крепление. И буду заниматься крылом, ребята. Извините за ветер. Извините за ветер. Такая уж погода, такие у нас погодные условия. В общем, вымыл и раму, мост, все повымывал, седло трошки обмыл. Надо будет заниматься, так вот, вот этот вот болт надо будет отпускать и убирать люфт. Как-то так. В общем, занимаюсь, ребят. Сам себе снимаю, по-любому грязный, но такая работа порой у нас. Ладно, занимаюсь, ребята.